В Вене в субботу днем началась встреча по Сирии. В ней принимают участие министры иностранных дел почти 20 стран. Также на переговоры прибыли представители Евросоюза, Лиги арабских стран и Организации исламского сотрудничества. Накануне в Париже в результате нападений боевиков погибли более 120 человек. Ответственность взяла на себя запрещенная в России группировка «Исламское государство». Верховный комиссар ЕС по вопросам внешней политики Федерико Могерини призвала к единству. «Сегодня мы еще более четко, чем две недели назад, говорим, международное сообщество должно объединиться, поскольку все присутствующие здесь страны, все мировое сообщество, всем в равной степени угрожает терроризм». Министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с госсекретарем США Джоном Керри в Вене заявил, что весь мир должен предпринимать значительно большие усилия в борьбе с группировками, подобными Исламскому государству. «Мы не можем быть толерантными к террористам», — сказал Лавров. «Не может быть оправдания действиям Исламского государства и Джабхат ан-Нусры. Но и нам не будет оправдания, если мы не будем предпринимать значительно больше для разгрома подобных группировок». В своем субботнем заявлении исламисты пригрозили Франции новыми нападениями.